сами себя. Наверное, да. Вот, пошли. Пошли. Привет, я такие с тобой дорога. Ты на конце колонна. Колонна? Колонна? Подальше. Ну да, в столовой працюю, на работу пришла. Ну я до 6 всегда приезжаю, это ж кушать надо доготовить до 10. Понятно, я не пускаю? Ну не пускаю. И не объясняют почему? Я не знаю почему, вчера уходила, все было нормально. Никто ничего, все работали как положено. А вы им працюете? Ну я здесь арендую помещение, столовую. А что сегодня в меню? Все есть в меню, все подоставала, мясо разморозила, ребята, решу, я слышу. Все выйдем. Да. Ради борща. Ну, у нас сегодня тут багато народу, тут багато борщу прийде. Знать, да, то я б наварила, ви що? То ж не перві вибори зі мною. А як вас звати? Анастасія Михайловна. Дід Мороз? А я думаю, вам изнутри проще порішати, чим нам снаружи. Спасибо большое. Все? Ну сейчас, ведь я не распорядитель. А сейчас, там? Ну, я на чирья набрала, да. Фу. А она внутри? Да. Так? И сука тепло. Ну да, как. Луна. Как бледная. Прочные. И ты. Печально я сидела. А ну открывай. Мы выходим, заходим, свободно поднимаем. Ну так, надо трусы. Наталья Начерьян, трубку не бере. Що 122? Зараз знайдемо захити. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть смс-повідомлення або зателефонуйте, будь ласка, пізніше. This is Quavo, cannot receive your call at the moment. Please send SMS or call again later. Загід Краснов. Телефон вимкнений. Доброе утро. Мы журналисты 9 канала громадского телебачения, 51 канала, 34 канала. Мы хотим вызвать полицию на адрес проспект Воронцова, 31, АНД Райрада. Нам перешкоджають в професійній діяльності. Нас не пускають на сесію. Невідомі люди. Що? Ви конкретно журналіст якого каналу? Я журналіст 9 канала. Перешкоджає. Невідомі люди в камуфляжному одязі. Нам не дають пройти внутрь. Нам не дають пройти внутрь. Да, сотрудникам райради теж не дають пройти внутрь, кстати. Внутри находится... В гражданской форме без опознавательных знаков. У них есть опознавательных? Без. Без опознавательных знаков. Алло. Я пишу. Так вы лучше едьте, а не пишите. А ваша цель визита в этот район? Ну, здесь созвана внеочередная сессия городского совета. Все журналисты прибыли ее освещать. Нас никого не пускают.
Хорошо, направим. Еще и глумятся над нами. Хорошо, направим. Наряд тоже везут. Спасибо. Не, просто міліція це класна. От пацани, які стоять взагалі невідомо походження. Ну, стоїть мальчик, чуєш. Просто в капюшоні і командує всім. Командир. То ж наша біда, що, извините, вибила власть, яка її порвалася. Мені заморозить ходити. Я пишу. Ви сотрудники? Ми сотрудники. Да. А вас довго вже не пускали? Та ми тільки під'їхали. А хто це? Просто совсем смешно выглядит. Народных депутатов. Украины вообще. Нет, я не понимаю, в чем вопрос. Нет, тут мы его проходите. А мы помощники народного депутата. Я просто прошу. Я понимаю. Уберите ногу, будьте любезны. Так объясните нам, почему нас не пускают. Расскажите нам. Мы же имеем право. А можно я зайду сюда? Нет, нельзя. Открывайте. Дайте, я прыгну уже, я сниму цифру с кучей. А кстати, если я на прием главе Россовета, меня же должны пустить? Да. Вова, что, закончилась сессия уже? Нас не пустили. Нас не пустили, да. Мы даже милицию вызвали. Переименовали. Так интересно. Когда были... Можно мы пройдем? Спасибо. В наше время это серьезная помощь бюджетникам, которые получают незаслуженно такую низкую заработную плату. Поэтому рассмотрели ряд других вопросов тоже. А с повестки дня некоторые вопросы, связанные с комиссиями постоянными, регламентом, с персональным составом комиссии или там руководителями комиссии мы отложили по понятным причинам. То есть здесь нету в полном составе, не представлен блок Порошенко, то есть партия «Солидарность». Здесь отсутствует партия «Укроп», поэтому мы считаем некорректным в зале, где отсутствуют депутаты этих двух фракций, рассматривать вопросы и расписывать их в комиссии, не спрашивая этих депутатов, где они себя видят. Да? Поэтому мы уменьшили повестку дня до 5 вопросов. От блока Петра Порошенко был? От блока Петра Порошенко был депутат, да. Кроме «Укропа», от всех партий были сегодня представлены на сессии депутаты. В том или другом количестве. От самопомощи тоже? Ну, вы видели же, здесь были от самопомощи тоже. Вы не видели, очень избирательно пускали прессу. Вы можете объяснить, кстати, вот этот факт? Здесь от самопомощи был и Мишалов, и Хмельников. То есть и руководитель фракции был, и Мишалов был от самопомощи. А чего одних представителей прессы пускали на сессию, а других не пускали? Мы избирательно не пускали никого. Все
Желающие были с утра в зале, а дальше уже общественность, как реагировала на входе, это вопрос, наверное, это к общественности. Это были люди из охранной фирмы частной, они нам это... Да, тогда обращайтесь к ним. Вы не нанимали эту фирму для охраны здания? Я не. Спасибо. И вам тоже. Есть еще вопросы? Контакты, телефона, она сделает вам рассылку. Спасибо. Спасибо.